Но, к сожалению, во время подготовки к проекту Сергей упал на лед и повредил ногу. Врачи поставили неутешительный диагноз – перелом. Мы срочно начали искать замену Сергею. Но, к нашему удивлению, он сказал, что от задуманного не отступится и, несмотря ни на что, примет участие в нашем шоу. Встречайте! Пример спортивного мужества – Сергей Жигунов и Ирина Лобачева. Явился негодяй, трусливая скотина. Месье, как вы свирепы. Да вы просто бешеный. Простите несчастного. Подлец! Бросил меня! Бес попутал! Я одного на произвол судьбы! Одного против дюжины! Мерзавец! Я побежал за подмогой, но мои ноги побежали в другую сторону. Месье! Стелки, негодяй, это тебе не поможет! Вот так! Как он беспощаден в гневе! Чего? Авербух пришел. Пришел Авербух. Ну все, слава богу. Перерыв. Никаких перерывов. Маша, работаем, нет. Совести у вас нет. Нет. Я очень люблю фигурное катание. Это вид спорта, который развивает не только ноги, но и руки впоследствии. Я не ожидал, что такой сложный технический вид спорта, что опасный, в общем, я тоже не думал, что настолько. Но это интересно. Два. Оп! Оп! Нормально. Я-то нет. На меня падаете, на меня я мягкий. Знаете, тормозите прямо в папу. Папа мягкий, он простит. Я активно занимался, и мне нравилось. Я с удовольствием это делал. И... знаете, с фигурным катанием много связано для меня из того, что впервые произошло в моей жизни. В том числе перелом. Я никогда не ломался, поэтому, конечно, перелом меня расстроил. Сергей пришел достаточно давно и начал кататься рано. И, в принципе, за месяц до начала проекта он уже очень уверенно стоял на коньках. Я думаю, если бы не эта злосчастная травма, я думаю, что процентов 70 я бы дала, что мы могли бы бороться. За призовые места. Смогу ли я участвовать, я не знаю, потому что, вы знаете, все дело на самом деле в состоянии здоровья. Все-таки надо понимать, что шоу – это не война и не Олимпийские игры. Поэтому что скажет доктор? Я рада, очень рада приветствовать очаровательную пару. Ирина Лобачева, Сергей Жигунов. К сожалению, они не смогут продемонстрировать сегодня свой дебютный номер. И виной всему Сережина поломанная нога, травма. Сережа, скажи, пожалуйста, что говорят врачи, когда ты сможешь вернуться в строй? Когда кость заживет. Это сколько недель? От 4 до 6, Настя. Скажи, пожалуйста, ну ты вот за то время, пока ты, наверное, находишься дома, скучаешь по проекту? Очень. Я вообще скучаю по фигурному катанию. Вот, видишь, как привязывает к себе спорт. Ира, скажи, пожалуйста, а ты одобряешь этот, в принципе, мужественный поступок Сергея? Но на самом деле, насколько знаю Сережу, мы с ним тренировались, и он очень хотел кататься, и действительно очень хорошо получается. Очень жаль, что мы так вот досадное наше недоразумение. Но я очень верю в него, надеюсь, что у него будет очень скорое выздоровление, и мы все-таки покажем свои лучшие номера здесь, на ледниковом периоде. Спасибо, Ира. Сереж, ну что же, ешь побольше кальция, выздоравливай. И мы ждем тебя снова на этом коварном, скользком, холодном льду. И очень надеюсь, что 4-6 недель промелькнут очень-очень быстро. Мы вас ждем. Жди меня, я вернусь.